27 по 30 апреля во Дворце спорта «Динамо» состоялось ежегодное первенство города Москвы по художественной гимнастике. В соревновании приняли участие воспитанницы 17 школ Олимпийского резерва и других столичных спортивных организаций. Гимнастки здесь представлены со всех школ Москвы. Уровень девочек очень сильный. Это лучшие гимнастки, которые существуют в Москве. Отбирались мы по соревнованиям. Какие девочки были сильнее, того и выбирали. Я сегодня участвую в вне конкурса и делаю обруч и ленту. Более 200 спортсменок встретились на ковре, чтобы побороться за юбилейный кубок президента Федерации художественной гимнастики города Москвы Андрея Гурьева. Моя главная задача, на какой бы это старт ни был, выйти и сделать все, на что я способна. Мы сегодня участвовали в групповых упражнениях, отдельно делали виды скакалки и булавы. Самое сложное упражнение – мячик. Ловкие гимнастки с легкостью выполняли самые сложные упражнения, поражая гостей первенства зрелищностью своих выступлений. Случались и неудачи, но опытные и чуткие тренеры не давали своим подопечным потерять присутствие духа. Как у любого спортсмена должен быть боевой характер. Без характера в спорте никуда не денешься. Мы несколько лет подряд занимали второе место, и вот наконец-то мы пришли к своей цели и заняли первое место, чему мы безумно рады, потому что эти долгие тренировки по 7 часов каждый день мы все-таки вытерпели, и у нас все получилось. Мечтай, фантазируй, смотри! We'll be right back.